ребят, всем привет! Сегодня классное видео, которое я знаю, что вы ждали, потому что я сама его очень ждала, потому что мне очень сильно сейчас хотелось сделать то, что я сделаю. Оно будет очень коротенькое. Это обзор главного приза конкурса, который я запускаю на день рождения своего канала. 24 января моему каналу исполняется целый один год. Это очень круто, очень серьезно. Подарков будет много, порядка 15, но самый главный – это катер, карповый кораблик. Фантом, вот такой вот крутой, это шерсть Лу, уже немножко на нем застряла, так как я его вчера дома заряжала, и с нетерпением хочу его запустить. Несколько слов о самом корабле. Это украинское производство, делают ребята в Украине, вот даже это, собственно, написано. Сам кораблик очень легкий, он предназначен для того, чтобы доставлять корм на точку. То есть вот сюда вы добавляете корм, я еще этим всем пользоваться научусь, либо завозить как можно дальше, условно, приманку. То есть вы можете кинуть максимально там 70, 100, 150 метров, а вам нужно там на 250 на дистанцию. Вы цепляете приманку к кораблику, и он ее скидывает. Как это выглядит, сейчас я вам покажу. Вот так вот вы его ставите. В комплекте есть такой пульт. Сейчас я расскажу, как это включается. Лиза, подожди. А ну сними. Сейчас, сейчас. Я просто буду ждать немного. Я сейчас хочу до этого. Так, а ну вернись. Не-не-не-не. Вернись. Задний ход. Сейчас, я научусь, ребята, я научусь. Как вы видите, кораблик скоростной. Ну, то есть реально кораблик скоростной. Это одно из его качеств. Сейчас, о, вот так вот задним ходом. Нет, не, не, задним, задним, братанчик, задним. Так. Иди сюда. Нет, иди ко мне. Сейчас. Мы сейчас тебя поймаем. Вот сейчас чуть-чуть. Я просто боюсь газануть, потому что он быстрый, видите? Оп. К этому, я думаю, можно приловчиться. То есть вы поняли, сюда вы насыпали корм, отвезли себе на нужную дистанцию, которая, кстати, 450 метров. На 450 метров вы можете на нем уплыть. Я молчу о том, что это просто прикольная игрушка. А ну-ка. Вот, можно не быстро, видите, режим. Поворачиваем. А, это ж не в ту сторону, вот так, о. Это как руль. А можно так? Я уже начала учиться! Ребята, извините, я думаю, сейчас все хотят, на самом деле, тут сейчас все смотрят на меня. Я более чем уверена, что все хотят поиграться. Ребята, да. Что вам еще хотелось об этой вещи, которая, кстати, которую я подарю одному из своих подписчиков, корабль, пульт, вот эту совершенно удобную под него сумочку для транспортировки. Вот. Потом комплект зарядок от розетки и от прикуривателя для машины. На сегодняшний день с уверенностью вам могу сказать, что по соотношению цены и качества на территории Украины это самый выгодный продукт. Я не знаю, отправляют ли ребята их за границу, по-любому отправляют, просто тут будет дороговата доставка из-за объема, но по соотношению цены и качества на сегодняшний день лучше нету. Это базовая модель, значит, этот корабль стоит 8450 гривен, и с пультом, сумкой вот такой комплект стоит 10 тысяч гривен. Это базовая модификация. Возможно, тюнинг, скажем так, добавлять. Что ты ржешь, Лиза? Так, возможно добавлять тюнинг, а именно GPS. Что вам даст GPS? Вы сможете кораблик отвезти, поставить на точку и пойти жарить шашлычок. А кораблик будет вам возить сам. Будет сам возить. Что ты ржешь, Лиза? Он реально будет сам. Надо найти место, где никого нет, чтобы мы никому не мешали. Смотрите, управляется очень легко. Тут кнопочку включили. У него, кстати, там есть огни и всякая такая фигня. Наверх подняли, он едет. Он поворачивает очень резво и быстро, как вы видите.
У него есть задний ход. Вот сейчас я включу. Задний ход помедленнее, но все же он... Раз, сюда мы его разворачиваем. Оп. И сейчас мы его опять к нам пригоним. Так, мне вот в эту сторону надо. И вот так вот спокойненько мы его тут, скажем так, принимаем. Я думаю, что потерять его тяжело, потому что радиус действия 450 метров. Особенно, если у вас есть GPS, он сможет вернуть. Есть у него огни, тут плохо видно, задние. То есть, ну, как бы это для, опять же, это все для темного времени суток. Чикс. Что касается зарядки. Вам хватит, в зависимости от условий, плюс-минус на сутки. То есть это зависит от загрузки корабля, сколько вы будете корма. Данная модель готова за один раз отвезти до 600 грамм корма. То есть это зависит от количества корма, которым вы будете пользоваться, от погодных условий. То есть чем больше там ветер, тем сложнее кораблику плыть против ветра или по волнам. То есть он расходует больше энергии. Конкретно данная модель, Фантом, базовая модель, она предназначена больше для подобных водоемов, для озер. То есть там, где нету все-таки больших волн, он легкий. Уже следующие модели, я вам оставлю сайт обязательно здесь под видео у ребят, есть катера, которые предназначены для рыбалки на реках и с условием большей волны. Я хочу еще, подожди, еще сейчас запустить, сейчас, смотри. Людей на водоеме много, я не хочу им мешать, они так сейчас смотрят на меня. Во-первых, они мне завидуют и хотят сами сейчас поиграться корабликом. Вот. Во-вторых, ну, типа я мешаю там рыбу. Я нашла другое чуть место. Хочу вам показать маневренность и управление. Я сама еще не особо разобралась, но это достаточно легко. Снимай кораблик, смотри, как он стартует. Смотри. По волнам пошел. Волну? Катя, ты уверена, что ты самой снимаешь обзор, а не играешь за пусть? Нет. Ну? Стоять, 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 стоять. Интересно, у меня ровно пойдет, как думаешь? Опа. Ага, нифига себе. Уже, да, моторный? Не, можно его ровно, видишь? Нравится? Да. Как понять, что ваш кораблик садится? Вот видите, тут сейчас написано 8.04. Там в инструкции написано 6 с чем-то, то есть это означает, что он подсел, то есть как бы там до 6, там, по-моему, должно здесь доходить. То есть вот тут вот уровень зарядки виден. Ну и, конечно, зависит от того, как вы его, как вы ним пользовались, как вы его расходовали, его 8.06 тут сейчас написано. Те, кто не может дождаться завершения конкурса и кому хочется сильно себе такой кораблик, то есть приятная новость. Конечно же, вам сделают скидку, если вы скажете, что вы пришли от меня. Вот. Какую скидку, это уже там на месте договоритесь, но в основном все, с кем я как-то работаю, сотрудничаю, то дают от меня скидки. Вот так вот. Ребят, что я имела в виду под тем, что завести приманку далеко? Это пример не самый удачный, потому что мы просто прицепили туда Сашин силикон. С карповым монтажом происходит немножко иначе, его нужно по-другому прицепить, но суть в чем? Вы монтаж туда закрепили, катушку открыли. И на 300 метров завезли, куда-то. Взрослая игрушка для взрослых, да? Классно, да? Скажи, да? Прикольно. Игрушка для взрослых, а какая-то, знаешь, шляпа зеленая. Кстати, ребята, это модель, у которой есть задний ход. Я не знала, оказывается, у многих корабликов, даже у тех, кто стоит гораздо, которые стоят гораздо дороже, нету функции заднего хода. Чем это хорошо? Осень, там какой-то листик забился, и кораблик может ехать уже не так. Задним ходом щик, винт прочистили, или просто там где-то в трудные места.
и выехать задним ходом легче, чем развернуть его. Раз и все. Столпотворение возле кораблика. Прикольный. Вовчик, хочешь пробовать? Ну слушай, ну ты первый раз взял в руки, у тебя получилось. Я думаю, что у всех получится. Это же не такая сложная эта вещь сильно, чтобы разобраться. Мне кажется, все нас сейчас ненавидят. Вот так увлеченно смотрит. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, ждите розыгрыш этого катерочка, если сейчас у меня его не угонят. Подписывайтесь на канал Вовы, на канал Саши, на канал Лизы. Это вам, дорогие подписчики. Пока-пока.